Во вторник, 21 июля, в Магаданской области выявили 19 носителей коронавирусной инфекции. За все время в регионе зафиксировали более 1200 случаев заболевания COVID-19. Умерли 7 пациентов. Выздоровели в общей сложности 779 человек. Об эпидемиологической обстановке в городе рассказал глава Юрий Гришан. В среднем 6 человек каждые сутки у нас идет прирост по заболевшим. Ну и самая печальная информация о том, что у нас 7-й случай летального исхода, что, конечно, плохо, что мы не смогли все-таки отстоять человека у, ну пусть там даже есть сопутствующие заболевания, но точкой в жизни или смерти человека все-таки стал COVID-19. Поэтому я бы просил магаданцев все-таки с пониманием относиться к тем ограничительным мероприятиям, которые продолжают иметь место на сегодняшний день. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день на Колыме наблюдают 82 очага заболевания, из них 55 семей. 300 человек сейчас на самоизоляции.